soothe your pain. I won't ease your strain. Окей, это тоже было не то, что я хотел сделать изначально. Вот, кракеновская броня. Ой, так вот, так вот, ага. Давайте мы это сейчас и сделаем. Так, на этой меди тут еще были. Вот. Всего лишь 3 у меня, блядь, осталось чернильных ножек. А, вот еще 10-8. Это все? А что, проверим? Да, это все, что мне осталось. Вот теперь сюда закладываем. Я будем сейчас делать. Постараемся сделать, надеюсь, хотя бы шлем, хотя бы, или ботинки, я не знаю, ботинки, наверное, тоже мы успеем, не знаю, вот, все, 5, все, у нас только 2, не хватает немножечко, совсем немножко не хватает, и под моим расчетом, я не помню сколько, давайте сейчас я загляну вот на калькулятор на iPad, у меня сохранил, ой, этот пароль. Я как помню, там у меня должна была сохраниться информация об этом. Сколько, по моим расчетам, понадобится чернильных мешков на full set этой брони, этой кракеновской брони. И я как помню, там был... Ой, окей, это вообще не то, это даже не калькулятор. И как я помню, там что-то вроде около 1000 где-то, как я помню. А, вот. 7200 кракен... А, это не то, это не то, это другие расчеты. Вроде вот это, что ли, или не вот это. Ну, потом когда-нибудь расчеты новые сделаю, а может даже прямо сейчас начну делать. Итак, так, давайте, ой. Вот так вот, так вот. Чтобы сделать такой, нам понадобится 7 штучек. Так, 7 штучек умножаем на 2, потому что нам понадобится... сделать вот такие, вот такую штучку из этих 2. 14. После этого 14 умножаем мы, ребята, так, тут умножаем. Так, сейчас давайте 8. 112. Потом вот это сколько у нас, значит, тоже 8 умножаем на 7. 56, потом 8. Я не понимаю, почему я делаю 8, хотя надо было 15, 14. Реально, 14 умножить на 7. Окей, я написал 17, умножить на 7. Так, 98, потом у нас штаны. 14 умножить на... тоже на 7. Стоп, подождите, тут разве 7? Так. А, да, 7, 7, 7. 14 умножить тоже на 7. 98 и... 14 умножить на 4. 56. Потом теперь мы это все складываем. 56 плюс 90. 98 плюс 98 плюс 112. Ага, 364 мешочка нам понадобится. Надеюсь, мои расчеты были правильными. Надеюсь, так и есть. Все. 364 мешка нам придется собрать. Честно, надо убить примерно около... ну, где-то больше, свыше 200 жалких, безобидных спрутов, которые просто где-то там были на дне, а я, как всегда, как и настоящий идиот, забыл то, что мне надо ставить на циферблате то, сколько я должен снимать. Я заснял 4 минуты, ставим 16, все, готово. Давайте мы продолжим. Плохой мальчик, ты какой-то слишком плохой сегодня, ты борзый. И я думаю, мы, знаете, начнем сегодня делать исследование. Исследуем-ка мы, знаете, что, ребята, давайте возьмем Таункрафт и посмотрим, что бы нам исследовать. Так, у нас есть элементум, как я помню. Да, элементум у нас есть. Мы можем сделать нитр. Нитр, как я помню, нам понадобится уголь. Давайте возьмем весь уголь отсюда. Да, вот нитр.
Да, вот. И вроде бы нам понадобится факела. Давайте проверим это. Разрушим этот миф. Наверное, все-таки да, такой есть. Нитрозий, там факел. Давайте еще раз. Просто мне не хватило факелов немножко. Так, сел. Холоп. Вот, факел. А, нет. Так, надеюсь, я не буду довольно. Не буду слишком скучным. Вот, в выпуске. Давай, поднимайся. Окей, не то взял вот это. Да, я был прав. Давай. Есть. Даже чуть-чуть осталось. Нитор. Можно сделать против магическое сало, если я вспомню смесь. Ну, давайте мы сделаем основу трансмутации. Это у нас можно будет что-то там, не помню, что-то переплавлять, приделывать в золото. И давайте мы это сделаем сейчас. У нас есть, например, у нас есть золотые самородки. У нас есть еще железные самородки. Ой, железные слитки. Конечно же. Да, вот базик трансмутейшн. У нас начал открываться. У нас есть палочки, у нас есть. Давайте мы сейчас здесь применим палочку вот здесь вот. И у нас вроде было. Да, вот еще одна палочка. Все, у нас есть две палки, так что нам не мне пока что не жалко. Зоита. Золото. Золото. Хотя, что есть в Вау, слушайте. В нем есть это вроде силы ночи. Буду называть это силой ночи. Потому что я не знаю. Давайте попробуем ртуть засадить. А, все, засадили мы ртути. Окей, я не до конца исследовал. Окей, я тоже опять не до конца исследовал. Все очень плохо, ребята, все идет очень-очень-очень плохо. Нам нужно что-то, что содержит железо. Ведро я не хочу тратить. Окей, все идет очень-очень плохо. А может и хорошо, не знаю. Давайте мы все это сложим. А. Вот это с собой. Это совсем все складываем. Берем наш вот это и это. Потом берем мы. Ну, лопату берем. Хотя у нас уже почти сломано. Каменный меч на всякий случай. И давайте вот две деревянные кирки. Давайте мы все это расфасуем. Так, не помню, кто расфасовал. А, шортки. Окей, что-то я забыл, если честно, как все это. Эй, может ты давай сделай. Сделай мне красиво, а? Давай. Да. Давай, кстати, мы отключим пока что. Нэй. Ну ладно, давайте мы пойдем уже. А, плохой мальчик, иди сюда. Со мной пошел. Малыш. Я еды, конечно, не взял, но нафиг она мне, ну, на. Я не знаю, надеюсь, вокруг этого дерева будет спавниться не всякая нечисть, а ртуть. Ртуть мне очень нужна, пригодилась бы сейчас. Для того, чтобы исследовать, нам мне очень понадобится в будущем. Да и сейчас она мне очень понадобилась бы. И, опа. Надо было бы взять дерево, я забыл взять дерево. Это очень-очень печально. Очень грустно так. Сказать. Давайте мы тогда сами сейчас расфасуем все. Вот это вот. Вот так вот, короче. О! Не успел я пройтись подальше в пещере. Подальше по пещере, и я уже нашел железо. Очень мне повезло. Очень хорошо. Я ее, конечно, немножко тут исследовал. Не знаю, в первой части я это делал или не в первой части я это делал. О! Рейнбоу, блин. Жаль, это еще слабенький, я бы на Рейнбоуру напал. Нам надо мне сначала еще сходить в ад, только потом уже на Рейнбоуров нападать. В аду начнется самое жесткое месиво, там адские лучники. Хотя от адских лучников можно очень легко спастись. Это если, например, вы подобрались к ним близко или заманили их в ловушку, то бейте их по ногам, чтобы они вас не попытались убить. Потому что если будете бить им по ногам, то у них сбрасывается натягивание тетивы, и, собственно, они вас не ударят в ближайшее время. И есть, я как настоящий паркурщик пропрыгал до самого нужного мне места. Не знаю, для чего оно мне нужно сейчас. Мне бы сейчас было нужно, нужны были бы мне сейчас алмазы, там, не знаю,
Реал Мид. Если бы я добыл Реал Мид, это было бы очень круто, знаете, потому что если делать Реал Мидовую кирку, ну вы знаете, это, что такое Реал Мидовая кирка, если вы играли в Divine RPG, то из нее можно сделать, ну, точнее, с этой киркой, короче, можно так же юзать, как и алмазную кирку, только она будет в два раза круче, ну, или даже в три раза круче, потому что копать будет очень-очень быстро, потом будет она очень-очень долго ломаться у вас, и потом еще она, ну, если, конечно, она не бесконечная, вроде не бесконечная, нет. И, конечно же, она, как она называется... Че, я вроде все сказал. А, ну она очень красиво выглядит. Ну что, прочная, быстро ломает и все. Вроде этого достаточно, чтобы вы искали больше Орлимит. Ой, Реалмит. Орлимит это вообще другая вещь. Орлимит. А, нет, Рупий. Рупий лучше, чем Орлимит и. Плохой мальчик, ты че умираешь тут? Я боюсь, что сейчас наткнусь на пещерного циклопа, это очень-очень страшно. Я бы лучше сейчас наткнулся на алмазы. На алмазы это очень-очень хорошо для начала. Но лучше реалмиты, лучше, конечно же, орлимит, лучше рупий. Все это намного лучше, чем наш... Смотрите, это что, каньон в каньоне? Очень круто, мне это очень нравится, этот мир. Все юзайте этот мир. Не знаю, сит я не буду делать в описании. Все найдете сами сит. Все знаете сами. Или, возможно, я под в конце так... Короче, последняя такая серия, конец сезона, я такой, вот, короче, сит этого мира, кто хочет, тот юзает, кто хочет, тот про. О, блин, ребят, смотрите, какой пипец у нас тут налетел, если честно. Полный Ники Минаж просто. Я, знаете, боюсь сейчас прыгать. И... Ей! Ребята, я попал, я застрял даже в текстурках немножко. Эй, эй, ой-ой-ой. Что происходит, не знаю сейчас, если честно. Что происходит, ребята? Я застрял. Где я застрял, ребята? Я не знаю, как отсюда выбраться. Есть один только выбор. И вам придется. И вот мы возвращаемся. Ребята, знаете, мне этот мир реально очень-очень нравится. Даже на кирку хватает, ребята. Фига тут реалмит, прямо. Знаете, куча, я не ставил сейчас, я использовал я использовал креатив, да, вот у меня креатив есть. Но я его использовал для того, чтобы выбраться из этой воды, потому что она мне очень надоела, и мне уже хотелось было бы свалить от нее подальше. Но орлимит я не клал, правда, отвечаю, я не крал орлимит, не клал орлимит. Мне это бы не понравилось, мне это, из-за этого у меня бы пропал сразу же интерес бы к игре. Я не люблю, когда интерес у меня к игре пропадает, это очень-очень плохо, ребята. Знаете, что я даже здесь это... Реалмит. Даже поставлю сюда маркер о том, что я здесь нашел Реалмит, то что вот тут это мое место везения, это пещера жизни. Я такое чувство, то, что мне теперь придется там всегда использовать креатив, чтобы спуститься так, чтобы я не застрял, да, в текстурах, потому что это очень-очень плохо, я не считаю это хорошим, не знаю, почему я говорю голосом какого-то не очень знакомого человека, вроде, не знаю, хованский, не знаю. Что это летучая мышь за мной ввязалась, как свинья на память. Свинья на... Ладно. Забудьте. Что... А, кьюботы, ребят! Придется вас убить. Да, вот спасибо за микросхемы. Блин. Тупой пес. Плохой мальчик. Ты что делаешь? А, окей. Вот, кстати, вот этот молот что-то работает так же еще как немножко как каменная кирка. Наверное, как каменная, наверное, все-таки кирка. Ой. Да, наверное, как каменная кирка, потому что он так довольно-таки быстро ломает землю. Причем он уже почти сломался, так что мне тут чуть-чуть печалит. И мне сейчас придется выбираться наверх. Не знаю, как я это сделаю сейчас. Это будет очень-очень трудно.
Давайте, миссия невыполнима. Что-то зеленый там кашляешь. Зеленый вход воспрещен. Надо выбираться из этого места, и у нас через 4 минуты будет заканчиваться время. Что это сейчас было? Что это было? Вот здесь, короче, срежем. Это Angry Zombie или это обычный... А, это Angry Zombie. Ну ладно, сразимся, мне как раз понадобятся мозги. Потому что мне в школе их особенно не хватает. Эй! Хотя нет, что мне хватает в школе их. Просто иногда бывает то, что первый... Один мозг разряжается, и мне второй очень-очень понадобился бы. Мне пес мою рыбу выловил, спасибо, пес. Я, кстати, прокачал своего пса на ловлю рыбы, теперь он будет мне ловить рыбу. Ну, не все, конечно, я потратил на ловлю рыбы. А парочку всего лишь, наверное, очков умений. Там тоже кьюботы, реально, пацаны, тут... Короче, знаете, пещера такая вот, знаете, бывает то, что... Ты ставишь какой-нибудь мод, и пещеры становятся просто сверхкрутыми и сверхбольшими. Вот знаете, вот сборка лололошки не исключение, потому что когда играешь на сборке лололошки, и вот, знаете, всегда вот так вот такая происходит хрень, то что все пещеры становятся большими, крутыми, и ты понимаешь, что у тебя есть надежда на то, что тебя хоть кто-то любит, это твоя игра, твоя маленькая кубическая игра, в которой нету смысла, если честно. Я это, конечно, понимаю. И в Америке, кстати, до сих пор популярна эта игра. Я не знаю, как она так умудряется оставаться популярной. Хотя в России из-за большущего количества школьников... Ну, я, конечно, тоже школьник, но не такой. Которые просто обожают эту игру. Мне приходится из-за этого тоже снимать. Потому что если бы такого не было, то я бы сейчас снимал какой-нибудь Battlefield Bad Company 2. Или там четверку, не знаю... Снимал какие-нибудь хорошие игры, а не вот эту вот кубическую фигня. Вот что это за пиксели? Блин, я превращаюсь в Мэдисона, ребята. Я превращаюсь в Мэдисона. Вот. Кто видел, как я превращаюсь в Мэдисона? Да никто. Только я сам. Очень редко. Я уже забыл, что надо для базовой трансмутации, если честно. Вроде драгоценность, которая есть у нас в золоте, которую я благополучно не собрал, потому что... Как я мог собрать золото без железной кирки? Но я сейчас сделаю реалмитовую кирку, и мне она уже не понадобится, если честно. Правда, она мне уже не понадобится. Мы откроем сейчас мою книжку крафтов, которая у меня находится вот здесь. И я посмотрю, не понадобится ничего другого для реалмитовой кирки. Вот реалмитовая кирка, да, все нормально, все зашибись. Да, все, я смогу сейчас сделать реалмитовую кирлку. Окей, кирлка. Это очень-очень хорошая кирлка будет, я чувствую. Но если я начинаю уже заговаривать себе самому зубы. Знаете, я, ребята, что даже сделаю на всякий случай. Знаете что? Так, на всякий случай. Ой. Game rule. Keep. Да что ж такое-то? Все, true, на всякий случай, да, вдруг что произойдет. Я это не переживу, ребята. Это будет очень-очень страшно для меня, если вдруг я умру с такой вот, знаете, крутой киркой. Вот как какой-нибудь последний бомж. И просто, знаете, я останусь никем по жизни. Если я найду еще реалмит, то это будет очень, конечно, круто. Кстати, у нас есть эндершарды. Это я добыл вместе со своим дружком под названием Влад. Кстати, я забыл, Увид вроде находится в Увитовом измерении. Если я ничего не путаю. Вот я бы хотел Дравит Ган. А лучше бы вот Голден Фури. Кстати, Голден Фури еще делается. А, окей. Или нельзя никак получить. А вот аугит из аугита можно делать. Аугит даст? Блиц. А это блиц на самом деле. А вот это фури, а вот это блиц. Что-то это нельзя посмотреть. Это на чем-то другом делаются. Принцесса льда. А вот это принцесса огня. Принцесса льда.
То есть принцесса льда больше, больше урона, но при этом она... А, вот все, заканчивалось время. Хорош болтать, Дэнчик. Я сказал свое имя. Я это запикаю, все, это все запикаю. Блин, ребята. Не ожидал, что я назову свое имя в своем же видеоролике. Надо запикать все. Я запикаю прямо вот сейчас же. Окей, мне еще в скайпе написали. ВКонтакте написали. Жесть, ребята, все. Мир катится в полную фигню, превращается эта планета. Надо заканчивать. Не, все, надо заканчивать. Ну да, вот, видите, мне уже начинают строчить комментарии под моим видеороликом, когда я его еще не успел выложить. Представляете, ребята, вот как, вот что значит, что значит Катя, не знаю, Катя или там, кто мне там еще пишет, не знаю, фиг его знает. Может, те тролли, которые вчера ко мне позвонили с неизвестного номера и сказали, давай встречаться, который неожиданно оказался для меня. Я после этого, если честно, немножко наложил штаны, думаю, ну, сейчас кто-нибудь приедет за мной, какой-нибудь большущий олигофренд с тремя кубиками на подбородке, я просто бы офигел. Подошел бы ко мне, сказал, ты что домогаешься до моей внучки, и, короче, надавал бы мне самых больших таких люлей, которых я потом не выжил, и потом лежал бы 3 года в больнице. Но потом мне пришло сообщение с этого же номера неизвестного, в котором было написано стоимость транзакции 2000 рублей. Спасибо, это был фейк. И я такой офигел, думаю, чё, у меня всего лишь 50 рублей на счету, вы чё, офигели? Я посмотрел на свой баланс и понял, то, что у меня баланс в норме, так что фейк, так, даже этот фейк был фейковым, представляете, ребята? Фейковый фейк, это вот, знаете, вот, за грани фейка уже как-то. Ну ладно, я уже начинаю говорить как какой-нибудь Мэдисон и Хованский, но надеюсь, я перестану это делать в ближайшее время, у меня... Истекает уже возможность говорить, я должен замолчать на ближайшие 30 лет. А, все, надо молчать. Вот так, о, все, мой голос вернулся нормально. В общем, на этом все. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. А еще, чуть не забыл сказать, в сентябре этого года, то есть, ну, сентябрь 2014 года, я, возможно... Не буду снимать видеоролики вообще весь сентябрь, возможно, 3 месяца осенью, возможно, 2 месяца осенью. Я не буду снимать видеоролики. С чем это связано, я скажу. Это все дело в том, что я ложусь в больницу. Ни для кого не секрет. Что там плохой мальчик делает? Ни для кого не секрет то, что я болен астмой и аллергией, и, короче, из-за этих двух болезней мне придется лечь в больницу на срок либо 2, либо 3, либо 1 месяц. Я не знаю точно, сколько мне придется лежать там. Надеюсь, как можно меньше, потому что я не хочу терять подписчиков. Это очень плохо, ребята. Это тем более мне, по-любому, как всегда, закон подлости. Если я буду лежать в больнице, мне очень сильно захочется снимать. Ну, когда-нибудь уеду просто. Ну, короче, на этом все. Я сказал, потом еще когда-нибудь скажу, конечно же. На этом все. С вами был Бокс. Всем спасибо за просмотр. Спасибо моей собаке за то, что она мне постоянно носит рыбу. Нам просто носит великолепная собака. Всем такую собаку. Ну все, всем спасибо, всем пока.